Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Татьяна Сельдемирова, директор салона красоты «Салю», и Альбина Нормалданова, ведущий косметолог салона красоты «Салю». Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос у меня, наверное, такой, что в городе у нас много салонов красоты, и каждый, наверное, пытается, по крайней мере, чем-то как-то удивить, привлечь. Чем отличается салон красоты «Салю»? В первую очередь мы предлагаем своим клиентам интересные программы, например, такие варианты сопровождения музыкального, как живая музыка, потому что, музыка обычная, которая у нас записывается, звучит просто там с динамиков, она никого, в принципе, уже не удивляет, поэтому мы предлагаем расслабиться нашим клиентам, и, в принципе, они, наверное, многие из них удивлены, придя в салон и видя то, что в салоне сидит пианист, играет на фортепиано, предлагает какие-то варианты там джазовых исполнений, классической музыки. Я думаю, что многим клиентам это приятно, потому что в обыденной жизни мы редко можем себе позволить посетить те места, где звучит такая подобная музыка. И я думаю, что если вы сидите, делаете себе маникюр, слушаете фортепиано и пьете вкусный чай, наверное, это еще больше поднимет ваше настроение. Насколько я знаю, выставки проводите, да, собираетесь проводить? Да, мы планируем провести выставку в салоне. Это наш клиент, Фокина Ксения. Она фотограф, который ездит по всему миру и делает случайные фото. Фотопортреты. В данном случае это будет фотовыставка, посвященная теме случайное фото, где она запечатлила лица людей, в основном детей. Счастливые, радостные моменты, какие-то дела, бытовая жизнь, в общем-то, но в каких-то интересных таких вариантах. Данная выставка включает в себя, там будет у нас присутствовать несколько стран, фотографии, где были сделаны. Это Непал, Франция, Тибет, естественно, что с Россией. Так что, придя в салон «Салю», можно навести не только физическую красоту, но и духовную. Ну, получить эстетическое, удовольствие. Кстати, о физической красоте, какие услуги предоставляете? Услуги, типичные услуги, которые предоставляют все салоны, мы их не будем озвучивать. Сейчас в жизни очень часто применяются в любых процедурах, будь то для лица, для волос, для тела, все об этом слышат, применяется гиалуроновая кислота. В данном случае мы можем предложить ее не только на лице, но и на волосах. Например, мы делаем такую интересную процедуру сыворотка, филлер, суперактив. Основной компонент в составе суперактив – сливы. Суперактивы, мы уже как-то говорили с вами в прошлый раз, они усиливают действие всех веществ. В данном случае фитоактив сливы, он усиливает работу гиалуроновой кислоты. И наши волосы получают мгновенный результат с одной процедуры. Волос уплотняется, он становится эластичный, соответственно, повышается такой жизненный цикл волоса, потому что он у нас достаточно короткий. И предотвращает раннее появление седины. Так что гиалуроновая кислота, применяется, пожалуйста, на волосах. То есть прогресс не стоит на месте. Да. Но чаще все-таки, наверное, в косметологии это применяется, да? Да, у нас есть такая процедура, в которой входит в состав гиалуроновая кислота. Это гальванька называется, которая состоит из двух фаз. Это первая фаза – коллаген и эластин. Вторая фаза – гиалуроновая кислота, которая влияет на нашу кожу как обновление, подтяжка, расслабление и увлажнение кожи. Вот это можно сделать как одноразовую процедуру, то есть она хватает на день, на два, и как на комплексную процедуру 5-7 раз. Она держится почти в год. Мы рекомендуем 2 раза в год делать эту процедуру, чтобы кожа поддерживалась в таком же состоянии, какое она есть. То есть она не старела, а улучшалась и цвет лица, и подтяжка всегда была в форме лица. Также у нас разные процедуры чистки лица, очень хорошие, ультразвуковая чистка лица, маски. Работаем с ведущими косметологами, ездим на консультации.
бывают презентации у нас косметологи. Наш, я вот ездю, и ездит другой наш косметолог. Ну, стараемся как-то чем-то удивить наших клиентов. Вот вы рассказывали, да, про кислоту гиалуроновую, что сейчас очень модно, как бы супер, да, там актуально. А вот это только уколы или какие-то еще виды вот существуют? Вот об этом у нас расскажите. Вот, наша гальваническая процедура, она нет никаких противопоказаний, кроме того, как беременность и онкология. То есть женщинам, у которых варикоз, например, мы рекомендуем в первую очередь. А так подходит для всех типов кожи гиалурон, вот эта гальваническая процедура. Ну, что еще можно сказать? Как это выглядит? То есть это просто что-то намазывают? Это аппаратная процедура. Вообще с помощью гальванических токов аппарата вводится глубоко в кожу, в дерму. Гальванику, и коллаген и эластин. Оно по массажным линиям глубоко вводится с помощью аппарата. А вот расскажите, пожалуйста, про какие-нибудь, вот, например, модные тренды. Лето, да, вот. Что летом обычно делают? Ну, за волосами, наверное, нужно как-то особенно ухаживать, да, чтобы они не выгорали, не осекались. Ну, естественно. Секлись. Ну, также необходима ультрафиолетовая защита. Она нужна нам как на коже, так и на волосах. Волос тоже выгорает, волос теряет свои питательные свойства, волос высыхает. Поэтому необходима, конечно, поддержка как от ультрафиолета, так и дополнительное увлажнение. Да. Но вот по трендам, ну вы знаете, до сих пор как бы уже достаточно долго очень актуально плетение. Так косы. Они у нас, да, так они у нас остались, косы. И такие легкие, вообще абсолютно ненавязчивые укладки. А в моде кто? Блондинки, брюнетки? В моде? Вы знаете... Вот на ваш взгляд, да, вот чаще девушки приходят... В жизни, конечно, если вот рассматривать вариант повседневности, да, в жизни больше применяются, конечно, натуральные оттенки. Так же, как вот классика, да, остается наш блонд, остаются шоколадные оттенки. Но если рассматривать именно моду, такую, какую нам ее предлагают, да, то, что модно, то, что сейчас проходит на чемпионатах мира, конечно, хотят вернуть в жизнь яркие оттенки. Сейчас возвращаются красные тона, рыжие тона. Это модно, это как бы актуально, ну, наверное, в силу возраста, опять же, да, кому-то это идет, кому-то это не идет, вот. Но яркие тона хотят вернуть. Хотят вернуть. Наверное, стало уже скучно. То есть осень обещает быть яркой. Мы надеемся на это. А лето жарким. Расскажите еще, пожалуйста, где находится салон. Салю, как туда попасть. Салон красоты находится на улице Новоселов, в торговом центре Черезово. Ну что ж, спасибо вам за красоту, которую вы делаете с нашими женщинами. Я думаю, что с мужчинами тоже, кстати, да? Да, да. Мужчины, кстати, сейчас очень даже... Частые клиенты салона, потому что многим все равно нужно себя тоже поддерживать в форме. Руководство, руководящие любые составы. В принципе, да, мужчины сейчас стали частыми клиентами, они стали за собой следить. Это хорошо, значит, у нас будут не только красивые женщины, но и больше красивых мужчин. Да. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Татьяна Сельдемирова, директор салона красоты «Салю», и Альбина Рамалданова, ведущий косметолог салона красоты «Салю». Это программа «7 минут». Увидимся.